Так. И вот наступил год петуха. 20... По 13 февраля, то есть это сколько получается? 3 недели? Ну, около. 3 недели, уй, да хуя, я думал пару дней. То есть это можно, если даже недостающие, купить, грубо говоря, и в этом... Через пару недель, когда уже пооткрыть. Ну да, главное не забыть. Главное не забыть до 13 февраля. Так, год петуха, новый формат, новые облики, анимации. Ну, сейчас я быстренько гляну. А, сундук новый дали. Тебе дали сундук? Сейчас выпал, что? Не, не буду открывать, как кап отобью. Открою все сразу. Ага, у тебя такая тактика. Ну, не знаю, там будет сундуков 6. Понятно. Посмотрим. Нет, я сейчас открою. Мне правда что-то ведь. Все подтупливает немножко. Не знаю, с чем это связано. А, новая видна этот, у них Best of 5, который китайский. А, ну Китай, именно карта, наверное, тут переделанная вся будет. Забавно. Ну я так понял, ну по оформлению открытия сундуков, открыть контейнер. Граффити петух. На зарю. О, теперь мы можем... То есть, а, тут теперь добавилось то, что ты можешь взять 4 граффити. Да, да. Вместе мы сила. 4 граффити, 4 эмоции, по-моему. Да, 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 да. Ух, тут, ну это потом все. Сейчас я быстренько это коллекция, что у нас коллекция. Блин, 4 на 7 метров не открыл. Облики. А мне облик на 7 метров. Не обратил внимания. Так, ну давай, чтоб я не искал, что там на кого. О, давай на Ренхарда, ну-ка, облики. Легендарный образ на Ренхарда за 3000? Ну, все легенды стоят 3000. Сезонные. Бля, что-то мне так хочется его купить, и в том же еще думаю, что может выпадет. Ну, я подожду как минимум кап отобью, посмотрю, а дальше он куплю. Еще один непослушный. Ты что ж это, цыпленок? Граффити. 4 граффити добавились. Так понял, все, короче, они в Ренхард тоже есть. Петухи, петухи, какие-то одни петухи. Ну вот по вот этому празднику очень сложно им в следующем году сделать, как бы этот же праздник продолжение, понимаешь? Ну других героев просто, блядь, сделают похожую какую-нибудь хуйту. Тогда, а как же граффити, ну не, блин, добавлять этот же Новый год? А, ну хотя тоже год, хотя у них не год петуха аж каждый год. Нет, сменится, конечно, год. Ага. Обезьяна, ну, не знаю, не нравится. Так, Мэй. Бля, ожидал легендарную эмоцию на кого-нибудь, а нету. Увидим. Ладно, 5, через минуту возвращайся, го, поиграем немножко. Да я как бы практически готов. Тебе 5 минут надо? Ну, мне минуту 2. Ну давай, давай, да. И другой картинка была, которая другая. На дивы, которая. Алави. О, благодарю.
Мой костюм. Все, я готов. Да-да-да, на красавчика эмоция и на ангела лучший момент матча, вот я нашел. Ну это фиолетовый, вот, не легендарный. Обычно один, одно что-то легендарное бывает. Вот, на Диме была эмоция, потом появилась эмоция на Зарю. А, ты видишь легендарных? Да, легендарных пока не было. Да-да. Прям быстренько докидают такие прям. Да, да, окей. Трейсер лучший момент матча, очень прикольно. Ну прям необычно. На трейсер любят они делать, но очень мало людей играет. Новая свинья. Да, прикольный. Ну, чем дальше по рейту, тем больше за трейсер играет. Да, свинья новая. Ну свинья какая-то, блядь, прям пиздец добрая свинья. А, и лучший момент матча за свинью. Да, свинью тоже хочу добавить. А фару обделили, да? Ничего не сделали. Ну, фары было до этого два скина на Хэллоуин на Новый год. И почему-то на Ханзе нету, Ханзе, он же китаец. Вот я думал, да, что на него будет. Эмоций ничего нет, просто. Так, ну все, я всех проглядел и готов. Так, профили, новый значок. А, это что значит? Значит, надо его поставить хотя бы до первого этого.
кстати, новые значки туда и глянуть. Лук кто-то есть? Я до следующей луковки не меняю. Я понял, есть луковка, патчи фонарь. Да, норм. Буду охотиться за ней. А еще даже есть бакимари. А это уже футимари, это, по-моему... Или тоже футимари и батимари. Вон там лунамари. Это тоже что-то новенькое. Не было раньше. Еще и лунамари где-то есть? Да, на красном на таком... Блядь, ну охра, цвет охры, цвет, вот, там на таком фоне луковка странная. Ну, фути мари есть и боки мари, а вот луки мари нету. Да их тут духа мари, почему мари? Блядь, где ты их видишь, конечно, их нет. А вот вверху еще, ёпта, луна мари. Ну у меня просто вообще одна луковка из всех, блядь, а луковых дохуя. Ладно, все, я тебя понял, я регистрирую рейтинг. Давай, пока здесь школота сейчас набежит тестить, мы должны их, короче, хуярить. Одна за победа. Пати. Убирай очередь, кидай мне пати. Да-да-да. Бля, как ты заметил? А у меня, что-то смотрю, не появилось сигнала, то что очередь поставилась. Хорошо, я постоял сколько, наверное, секунд 40. Ну да, я тоже не сразу спалил. Так, что это такое? Я встал же. Стоишь, да? Сейчас бы я нагнул. Да-да-да, я просто от компа отходил. Overwatch новый ролик, пока гляну. Да, новая карта, вот они показывают ее.
2.37 стоим, Тём, нормально все? Ну да. Видимо, все скины смотрят, никто не играет. Да-да-да. Ну, пойдем аркаду 3 на 3 отбомбим. Может, да, потом... Больше очереди будет, ты че? Да мне кажется, сейчас все ломанутся как раз кап отбивать, потому что он сегодня обновился, сегодня ивент. Ну, давай попробуем. Давай до 5 минут дождемся. А я отменил. А у меня идет еще. Я уже все в меню. У меня идет поиск матча. Давай перезайдем в игру, наверное. Давай, давай, давай. Отменяй выход из игры. Угу. Ага, забавно, у меня до сих пор очередь кипит. Как перезашел, а ты не отменил же? А у меня нет кнопки отменить. Блин, я нажимаю покинуть группу, ничего не происходит. Заебись, значит, ты уже во все играешь. А ты из игры прям полностью вышел? Угу, ну-ка выкини меня из группы. Ну я еще подожди. Вот зашел. Не, мне кажется, серверам пизда сейчас. Все перезашли и просто положили их. Да, я отменил, но... из тебя выкинуть не могу. Мне пишет игрок, типа, уже меняет группу. Он термик входит в игру. А ликвидация не стала у тебя? Mm-mm. Я пишу, что прошло времени 6:10. Так, ну я думаю, на этом все.